Букеты свежих цветов, улыбки, хорошее настроение и немного объятий. Губернатор Глеб Никитин поздравил врачей и медсестер 2-й инфекционной больницы с 8 марта, прямо во время их дежурства. Вы сейчас дежурите, работаете, несмотря на праздник. Я вас поздравляю, желаю, чтобы у вас было хорошее настроение, чтобы близкие вас радовали, чтобы мужчинам радовали, чтобы было такое весеннее настроение на душе. Всего самого лучшего, чтобы поменьше было клиентов, пациентов, больных, чтобы поменьше было коронавирусов вокруг. Вот, и всего прочего. Внимание губернатора, похоже, было приятно прекрасным дамам в белых халатах. Но даже в этот трогательный момент они все же продолжили думать о работе. И воспользовались моментом, чтобы дать рекомендации, как не схватить инфекцию. Не ездить сейчас, я считаю, за границу, там, где вот информация о случаях, имеющейся вот новой коронавирусной инфекции. Избегать больших скоплений людей. Ну, мыть руки, соблюдать все правила гигиены. Вот. И при первых симптомах какого-то заболевания вовремя обращаться за медицинской помощью, чтобы вовремя начать лечение и не допускать развития серьезных осложнений. Во 2-й инфекционной больнице сейчас проходит лечение пациента, у которого был диагностирован коронавирус. Глеб Никитин отметил, что медики, чьей задачей является противодействие распространению коронавирусной инфекции, сейчас работают в круглосуточном режиме. Новых случаев заболевания в регионе не выявлено. Что же касается единственного случая заболевания коронавирусом в области, то пациентка находится в удовлетворительном состоянии. Получает необходимое лечение, у нее не фиксируется повышенной температуры и каких-либо осложнений. Даниил Воронов, Время новостей.